Всем привет! Сегодня у нас острые ножки. Приготовили мы их сами, замариновали в аджике. На ночь, да. Здесь у нас сметана и зелень. Забыла, что ли? У меня здесь чай с ягодами, смотрите, какая красота. Я уже хочу попробовать. Кость сказал, что очень остро. Но я не пробовал еще саму курицу. Я попробовал вот эту заправку. Блин, я аж боюсь. Она сама по себе очень острая. Такие золотистые получились. Горячо еще. Че, остро? Пока что горячо. Да не, нормально, есть можно, я думаю, будет острее. Но острота маленько отличается, да, от KFC, если вот так сравнивать. Красный перец тут дают остроту. Угу. Соус из аджики. Я его попробовала отдельно. Это настолько было остро. Нет, остро не. После этот приход. Дольше просто. Всем приятного аппетита. Но вкусно. Но не острее, чем KFC, я думаю. Ну, по крайней мере, у меня вот это попался. Может, они разные есть? Их на ночь и утром приготовили. Ух, ну это вкусно. Сейчас приготовлю салфеточку себе для косточек. Ой. Также сегодня мы передадим приветы. И ответим на некоторые комментарии, которые вы писали под прошлым видео. Горячо? Да, очень. Они настолько из духовки. Значит, первый комментарий, это у нас самый популярный. Анастасия Рейх. Снежана, какой стиль в одежде вы предпочитаете? Каблуки, платья и юбочки? Или все-таки более повседневные? 21 лайк набрал комментарий на момент съемки видео. Честно, я даже не помню, когда я последний раз каблуки одевала. Раньше, кстати, Снежана постоянно ходила только на каблуках. Угу. Когда мы учились. Очень часто. Так, какую взять? Это поострее, может. Сейчас больше спортивный. Потому что это удобнее, да? Угу. Мне понравилось кольцо. Я помню, покупала сапоги кожаные на высоком каблуке. Они где-то у мамы еще остались, лежат. Я в них зимой ходила. Я думаю, как я в них ходила. Хотя это было не так давно. Не испачкалась. Очень вкусно. Мать к нам пришла. Женя Статева пишет. Привет, Снежана и Костя. Очень хотелось бы узнать, когда будет сестричка на канале. Пожалуйста, заметьте, каждый раз пишу и все мимо. Значит, 17 лайков также комментарий набрал. И Костя, вчера говорю, помнишь, мы с Лианой ролик снимали, его не выставили, может его смонтировать? Костя говорит, я его вроде удалил. Это было очень давно. Еще, да. Наверное, еще до ремонта. Лиана пока что не хочет садиться. Блин, такие все большие, хочет поменьше размер. Смотрите, какие они золотистые. Честно, мне понравилось в аджике. Если еще был бы гарнир. Да. Очень вкусно пахнет. Этот соус обожаем. Сметана плюс зелень. Мы вообще хотели снять крылышки. Но крылышек не было. Да, вчера, да, пришла в магазин, крылышек не было. Ни одной марки. Купила ножки. Иван Хорошавин пишет комментарий. Он там много комментариев писал, когда я скринил читал. Вот один из них. Здравствуйте, Снежана и Костя. Вы очень классные. Какую музыку вы любите слушать?
Передайте привет, пожалуйста. 15 лайков. Иван, тебе привет. Привет. Вот это возьмем. Ну нет. Особых любимых исполнителей я много что слушаю. В основном это новинки. Или, по-моему, с ТВ, когда работаю, слушаю песни. На то, что предлагают нам, мы то и слушаем. Да. На радио я в основном слушаю радио. Итак, потом добавляю себе ВКонтакте, например, какие песни понравились. Слушаю их там. Сейчас я уже привык, и они даже острыми такими не кажутся. Особенно если вот в сметанный соус еще добавить. А джик вообще из чего делается? Ну, не знаю. Ну, красный перец вот я вижу. И какие-то, по-моему, сладкие там фрукты. Типа, наверное, из персиков есть, из сливы. Из такого. Может, из томатов есть, наверное. Аджику где делают? В Грузии? Кстати, пишите, кто знает. Ну, это аджика делала Ульяну, парню, мама. Баночку передала. Блин, какая она острая. В магазине не такая. Зато ее чуть-чуть надо. Тоже бывает разное. Виталия Якунин. Здравствуйте, Жанна и Костя. Вы такая милая пара. Мукбанг – это класс. Можете, пожалуйста, передать привет. Виталий, большой тебе привет. Привет. Я съел уже 3 штучки. Острый, кстати, так не насыщает, да? Вот вы замечали, нет, когда едите острую еду? Еще больше как будто охота есть. Такого аппетита нет. Запеченные. Ой, зажаренные они? Жареные, да. Я весь испачкался, да. Следующий комментарий пишет Александра Тумурова. Очень люблю ваши видео, вы такие классные, светлые. Можете, пожалуйста, передать мне привет в следующем видео. 11 лайков набрал. Александра. Саша, большой. Александр, да. Александра, тебе Саша. Привет. Большой тебе привет. И вопрос зачитаю. Ник такой непонятный. Но он пишет, что это Ярослав. Да. Ярослав задает вопрос. Ух, Яркин какой-то. Здравствуйте, Жанна и Костя. Обожаю ваш канал. Как ролик вышел, я тут же его начал смотреть. Я очень мечтаю, чтобы мне передали привет. Ярослав, большой тебе привет. Привет. И вопрос. Не надоедает ли вам вредная еда? Или вы уже хотите здорово есть? Типа здорово, я так понимаю. Блин, так остро. Надоела тебе вредная еда? Да нет. Как по мне, сегодня у нас полезная еда. Острая. Острая курочка, да, без лишнего масла, без майонеза, без всего. В последнее время мы стараемся снимать ролики более правильные, так сказать. Но без фастфуда, например, тоже никуда. Для разнообразия. Ну и так, нам интерес все равно, охота попробовать. Будет через какое-то время, хотя у нас давно уже не было. Огурец, кстати, достаточно вкусный еще. Про вчерашнее видео написали, что я уставшая. Несколько комментариев было. И ночью плохо спала. Знаете, у меня такое есть плохое качество, что я делаю все в последний момент. И Снежана очень сильно переживала. До часу ночи не спала. Утром переживала, ночью переживала. Ужас. Видишь, наши подписчики сразу все замечают. Очень вкусная курица.
Можно будет попробовать такой же рецепт, только еще панировки добавить, угу. чтобы были похожи на KFC. Кто это летает тут? Я думаю, они будут похожи, если еще панировку сделать. Я съел, да? Сколько? Намного больше тебя. Я 3 штуки тоже много. Мы решили снимать тебе ролики по утрам. Так, прочитай я еще комментарий. Пишет его Наташа Будникова. Наташ, привет тебе большое. Часто от тебя видим комментарии. Кстати, очень часто комментарии пишет. Спасибо. Привет, приятного аппетита. Все, как всегда, очень вкусно и аппетитно. Люблю, когда вы сами готовите все по-домашнему. Очень жду привет в видео. Вы ж мои золотые. Привет тебе, привет, Наташа. Привет, Наташа. Очень приятно нам. Вот некоторых людей, да, я постоянно вижу. Они пишут много комментариев под видео. Там, например, по 3-4 комментария. Я их замечаю, но я не могу их все, например, взять. В одно и то же видео. Но шанс попасть у вас больше. Спасибо, то, что пишете свои комментарии. Нам это очень приятно. Не забывайте ставить лайки. Спасибо, что досматриваете ролик до конца. Всем пока. До новых встреч.